Всем привет! Сегодня покажу еще один вариант переломного узла для самодельной мини-техники с комбайновской балки. Вот так она выглядит. В ютубе я вариант этого не видел. Может, и есть. Одну сторону я вот уже отрезал ей. Сейчас резать будем другую сторону. Вот эта часть вырезана из десятки, размер произвольный, 150 на 200. Она будет привариваться вот к этому узлу. А к ней будет цафа УАЗовская. Вот я дырку здесь наметил. Сейчас мы просверлим ее. Вот так вот. А здесь уже будет УАЗовская ступица на ней. Вот так она все будет выглядеть где-то. Конфигурация. Пластина подготовлена. Здесь я вот фазочку снял для лучшего провара. И будем ее сейчас приваривать. Это так вот все это будет выглядеть. Вот сваркой прихватили. Сейчас отрежем, чтобы эта часть у нас вращалась. Thank you.
Немного забрал далеко. Эта пластина будет в другой части рамы крепиться. И чтобы она слабо не была, мы решили сейчас плазморезом вырежем такой вот формы, чтобы она сюда вставилась и кругом по кругу полностью обварилась. Снизу, тут сверху. И будет она у нас крепкой. Вот что у нас получилось. Теперь нам требуется ее кругом полностью обварить по кругу. Здесь, здесь, здесь все. И также здесь, и все здесь. И как следует зачистить. Все это срезать, лишние лопухи, лоскуты. Вставить таводницы. Промазать. И будет у нас вот такой поворотный узел. После обработки вот что у нас, какой результат получается. Все здесь обварили, зачистили. Вставили таводницы. Все поворачивается. Чики-чики. Нам остается поставить сюда цапфу УАЗовскую. Чтобы у нас еще вращался он по оси. Это так, влево-вправо, а еще вокруг своей оси, чтобы. Вот цапфа. Ну, пока я вот временно на два болта ее посажу, чтобы ваше время драгоценное. Не задерживать. Все здесь отверстие сходится. Вот сама ступица, поставил два подшипника, новый сальник и на место ее. Шайбы я не нашел,
Вот, вырубил первую шайбочку. Приворачиваем гайку. И еще одну ставим и контрагаем. Бока затягивать не буду и шплинтовать все эти лепестки, так как потребуется, может, вдруг снимать все это потом после. Вот такой у нас получается переломный узел. Одна часть рам, другая часть рам, поворот. Это уже там по ходу можно ограничитель поставить. Здесь в другой раме прирезается, полурам вернее. И крепится здесь на шести болтах. Вокруг своей оси она вот так вот крутится. Потом ограничитель уже можно ставить здесь и к раме. Будет все у нас вот так вот. И можно приварить он этот или привернуть, чтобы этот поворотный узел был здесь, сошку. Ну это уже с какой машины там смотреть, какие будут эти наконечники. Вот так вот будет все это. Это уже все на месте будет. Сам узел вот такой вот. Здесь заглушку поставим. Обязательно. Вал 30 миллиметров здесь стоит. Размер между рамами получается 190 миллиметров. Вот такой вариант поворотного узла у нас получился. На YouTube, конечно, много вариантов поворотного узла. Делать и на крестовинах, делать и на шаровых опорах, самый уже простой, распространенный. А так можно взять от газели, газонские балки, если уж тяжело найти, конечно, комбайновскую проблему в наше сейчасшнее время. Зиловскую еще мощнее будет, смотря для каких самоделок у вас это будет делаться. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки, пишите свое мнение об этом изделии. Кстати, этот узел пойдет у нас на самоходный экскаватор. Ждите новых серий. Всем пока.